Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про дагестанскую горную овцу. Выведенная в середине 20 века, дагестанская горная порода овец известна своими крупными размерами и высокой продуктивностью. Вес представителей породы составляет от 45 до 80 килограммов. Настрик шерсти у этих баранов и овец обычно колеблется от 3 до 6 килограммов. Кроме этого, из их молока готовят брынзу и другие овечьи сыры. Плодовитость у дагестанских горных овец составляет 125-130%. Также представители породы славятся своим мясом. Они очень устойчивы на перегоны. Они у нас в мае месяце поднимаются в горы на 3,5 тысячи километров над уровнем моря. И осенью обратно уже мы прогоняем, как только первые холода, и на равнину опять. Зимуют здесь, опять в горы после слежки. Вот и отличительная особенность, то, что по сравнению с другими овцами. И мясо вкусное. Шерсть. Шерсть тоже. Мы получаем от этих баранов вот от 8 до 10 кг шерсти от баранов-производителей. То же самое и от маток. Не столько, по литр, килограмм 5-6, и от маток тоже получаем. 3-5. Дагестанские горные овцы и бараны имеют крепкую конституцию и пропорциональное телосложение, главная особенность которого – спущенный крестец. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 62 до 78 сантиметров. Дагестанские горные овцы и бараны отличаются спокойным характером. Они дружелюбны по отношению к людям, любят получать нежность и ласку с их стороны. Характер, мне кажется, у всех баранов один и тот же, но они не агрессивные, очень спокойные. Дагестанские горные овцы и бараны отличаются выносливостью и неприхотливостью, уход за ними не сложен. Необходимо ежедневно убирать помещение, в котором живут представители породы, следить за тем, чтобы они пили свежую воду, вовремя делать вакцинацию и дегельминтизацию. Также особое значение при уходе за дагестанскими горными овцами и баранами имеет правильное сбалансированное питание. Самое главное – кормление для этих животных, их зимой ухаживать и самое главное – корма. Как ты будешь кормить, от этого они быстро вес набирают, вот наша дагестанская горная, они быстро очень вес набирают. При 6-месячном возрасте они достигают до 28-30 кг живого веса. Вот у них отличительная черта. Самое главное, лишь бы кормами была обеспечена, а так все, больше ничего такого страшного. Рацион у нас конскорма и, естественно, сено зимой. Летом только в горах сено. Средняя продолжительность жизни дагестанской горной овцы составляет от 8 до 12 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!